Всем привет. Сегодня начинаем свой путь в Мумбай. Ожидаем поезд. Сегодня мы поедем на поезде. Пока мы ожидаем поезд, мы можем зайти на релакс-зон. Такие кресла. Но здесь стоимость как один билет до Мумбаи стоит. Релакс-зон. Ну вот, кто-то выбирает релакс-зону, а кто-то выбирает супер релакс-зона на граните, рядом собака. Так, вот мы с Машей. У нас тут перекус, бананчики. Бананчики. Надо уничтожить бананы. Ну, кто-то реально выбирает релакс-зону, он там нормально. Как-то так. Едем дальше, ждем поезд. Так, вот тут ребята активизировались уже. Сейчас будем залетать. Вроде вон поезд едет. Идет дождь. Ребята уже подходят. Здесь тоже вот сидят наши мальчики. Ребята. Все, погнали, короче. Сейчас будет лютый замес. Поиски места. Идет выбор вагона. Место тут мягко. Вот. Что я вам еще могу показать? Вот тут люди уже сидят, тоже забронировали места. Я что-то не знаю. Слушай, вот что-то я не знаю. Я бы туда брел, но что-то. Мне кажется, она меня не выдержит. Там вон болты. Анкера уже вырвала скорость. Да? Да. Нормально. Ну не, нормально, пока что. Урвали место. Урвали, жестко. Да, это классно. Жесткое место прям. Все, продолжаем движение. Ну все, мы поехали. Чувак заряжает телефон, не боится вообще. А все, закрыл. Так, рюкзак положили. Едем. Ребята, я слился с местности, меня больше не видно. Ку-ку. Блин, все, приключения ждут. Включимся попозже. О, чай. Чай. Что, будем для кадра чай пить? Чай? Включай, давай, для кадра. Ты что, он уже на кипише? Маш, будешь чай? Да, горячий. Давай, ну, ладно, ладно. Чаечек, аккуратно горячий. Я там матернулся, да, извините меня, пожалуйста. Да, давай, Маш, для кадра. Ну что, за поездку, за успешную, Навик. Так, ребята продают питание. Так, деньги. Так, вон что-то берут. Милкшейк. Я вижу милкшейк, воду, спрайт, 7-Up, пепсик. На удачу, типа. No, нету? Давай я у себя посмотрю. А, да ладно. Вот так ребята работают. Собирают денежки. Так сплюнул что-то. Так, дай. Чтоб нечетное было. Прикольно. А вообще это мужчина, переодетый в женщину. Вот, все. Притяманный карминат. Индия, ты?
Вас что, разводят? Спасибо. А, сюда. Давай. Сюда. Намасте. Намасте. Продажи идут полным ходом. Чипсы. Ну что, ребята, у нас время перекуса. Сейчас будем показывать, чем будем кушать. Это у нас ужин. А ужинаем мы сегодня яички, сухарики, шоколадки, овощи. Зелень, чаек. Маш, что скажешь? По кайфу. Залетели, отлично. Да, вообще круто. Все. Приятного нам аппетита. Вот это. Что? И чего? Жесткие условия, когда ты спишь, а тебе ногами в голову. И вон чувак тоже отдыхает. Шел уже, по-моему, 6-й час. Мы здесь уже обустроились, заградили лампу, повесили этот ковер. Маша кушает. Ребята отдыхают. Сон час. Поезд засыпает. Поезд засыпает? Поезд засыпает. Просыпаются блогеры. Спортом надо заниматься даже в таких местах, где это неудобно и противно немножко. Блин, нет, неудобно. Молодец, Диман! Все, ништяк.
Можешь теперь спать. Спорт, это все. Давай, залази. Ну тут неудобно, блин, пиздец. Что мы? Спустя 9,5 часов мы подъезжаем к Мумбаю. Первая станция под названием Панвел. Доехали. Да, туман. Доехали вроде быстро. С комфортиком. Ну, мало поспали, но пойдем. Впечатление о поездке. Ну, быстро доехали очень. Вот. Яндекс.Грузовой. Ну, в принципе, нормально, пойдет. Мало высыпали, мало спали. Вот. А так пойдет, в принципе. Едем дальше. Приключения ждут. Ой, господи, помилуй. Самоса начнется. Опа, чай залетел. Маш, чай выпрыгивает. Дима, аккуратно. Ой. Маш, аккуратно. Все, доехали, ура. Мы доехали, наконец-то. Едем дальше. На локал теперь чешем. Давай. Вот так вот люди ожидают поезд. Ну а что, нормально, хорошо. По холодочку. Если, знаешь, не вглядываться, то кажется, что это просто вещи какие-то лежат. Потому что, ну, вещи и так далее. Это милиционер, по-моему. Что тут? Комната ожидания, вот. Я там сидел. Для мужчин. 4:21. 4:22. Все, идем дальше, короче. Вот мы на станции Панвел. Прошли немножко пешим. Сейчас это еще... Что-то мало людей, да? Там туда. Нам сюда. Мы, короче, в поиске лежачих мест, потому что народа сейчас мало с лица, и мы ищем, где можно прилечь. Как найдем, включимся. Вот мы и залетели. Локал. Да. Еще народу мало, сейчас все пусто. Кажется, что мы едем медленно, но поезд очень быстро набирает скорость. И потом сложновато сюда залететь. Ну не, можно залететь. Ну такое себе будет. Вот, все, пошел. Давай. Сразу какой-то андеграунд. Ну что, ребята, мы добрались до Мирароуда. У нас остался последний этап. Найти рикшу, доехать до дома, отдохнуть. А потом приключения. Да, Маш? Да. Это жестко. Да нет, не жестко, нормально. Мы будем профессионалами, не повторять. Да, опасно для жизни. Для психики и так далее. Все красиво так тут. Идем, короче. Реклама. Идем, Денис. А это мы вон там, да, сок покупали где-то? Все, на поймали рикшу. Запрыгиваем. Опа, она. Залез. Залетели. Все, поехали. Погнали. Пустынные улочки.
улочке. Вот, кстати, на этой улице я первый раз вышел на Мира Роуд, когда приехал в Индию. Все, погнали домой отдыхать.